Как принимать роды у кошки в домашних условиях? Перед тем, как принять решение о разведении домашних питомцев, нужно изучить, какой уход потребуется кошке во время беременности, родов и выкармливания котят. Если питомец не имеет племенной ценности, а вязка делается для себя или для здоровья, то стоит крепко задуматься над ее необходимостью. Перед вязкой необходимо озаботиться наличием прививок у самки и самца, а также здоровьем обоих родителей. По каким признакам можно узнать, что кошка скоро должна родить? Беременность у кошек длится 7-8 недель, 58-67 дней. Сами роды могут длиться от 2-3 часов до суток, в зависимости от количества котят, возраста матери и ее здоровья. Чтобы понимать, как принять роды у кошки в домашних условиях, следует выучить наизусть признаки, по которым понятно, что роды скоро должны начаться. Кошка перед родами — предвестники родов. За 2-3 дня до родов у животного резко падает температура до 37-37,5 градусов. Нормальная температура кошек 38,5-39 градусов. Но, в отличие от собак, такое происходит далеко не всегда. Заметно снижается активность беременной, зато повышается активность котят в животе. Сквозь живот можно почувствовать, как они беспокоятся. За 1-2 дня до родов кошка внезапно становится беспокойной, ищет укромное место, копает, вылизывает гениталии и живот, выкидывает вещи из шкафов. Также за 1-2 дня у будущей матери приходит молоко. Его можно заметить, если не сильно надавить у основания соска. В день родов питомец отказывается от еды или ест очень мало. Непосредственно перед родами у кошки отходит слизистая пробка. Заметить это достаточно трудно, потому что обычно животное слизывает ее. Далее отходят околоплодные воды. Они желтоватого оттенка и имеют специфический запах. С появлением схвата кошка продолжает пытаться спрятаться, вырыть нору, интенсивнее кричит, но время от времени не ложится, тяжело дышит и вылизывает гениталии. Домашние питомцы чаще всего рожают ночью или ранним утром, к этому следует быть готовым. Как происходит процесс рождения котят? Роды – болезненный процесс, и не исключено, что кошка может укусить руку помощи, поэтому лишний раз к роженице лезть не стоит. Если все идет хорошо, то помощь в рождении ей вовсе не нужна. Важно, котята могут рождаться как головой вперед, так и задними лапами, оба варианта нормальны. Как это происходит? Начало схваток можно и не заметить, но во время них открывается шейка матки. Матка продолжает сокращаться, и те котята, что стоят в матке, далеко подталкивают своих братьев и сестер к выходу. Рождение котенка происходит в 1-2 схватки. Котенок рождается с пуповиной по следам. Пуповину перегрызает мать, если она не в состоянии, то стоит ей помочь с помощью стерильных ножниц. Разница во времени между рождением котят — полчаса-час. Если котят долго нет, но владельцы уверены, что должны родиться еще, это повод обратиться к врачу. Строение матки кошки отличается от человеческой, котята прикрепляются и в трубах яичников, и в самом теле матки. Обратите внимание, необходимо следить за количеством последов. Их должно быть столько же, сколько и котят. Если роды закончились, но не все последы вышли, следует посетить ветеринарного врача, не откладывая. 1-2 последа можно дать съесть кошке, они содержат массу витаминов, гормонов и питательных веществ. Все последы лучше не скармливать, поскольку переизбыток гормонов вызывает рвоту, диарею. Между рождением котят кошка активно их вылизывает, а котята ползут к груди кормиться. Если кошка игнорирует своих детей, можно положить ей их под нос и к животу, но сильно настаивать не стоит. Мать может быть сильно измотана родами, и ей просто не до котят. Строение половой системы кошки, подготовка к принятию родов у кошки. Грамотная подготовка к принятию родов – залог успеха всего этого мероприятия. Если у владельцев кошки есть возможность рожать в ветеринарной клинике, то потребность в подготовке отпадает. Достаточно привезти с собой пару грелок и чистые простыни. Принять роды у кошки в домашних условиях возможно, но к этому стоит подготовиться заранее. Подготовка места для родов. Если вовремя не подготовить место кошки для родов, то она найдет его сама. Это не всегда удобно, так как кошка – скрытное животное, и прятаться она будет с особой тщательностью. Некоторые кошки вовсе уходят из дома и возвращаются, принося котят по одному. Идеальным вариантом кошачьего места будет коробка или большая корзина с высокими стенками, застеленная полотенцем, одеялом или пеленками.
Коробка должна стоять в максимально тихом и укромном месте, чтобы будущую мать ничто не потревожило. Важно! Стоит показать кошке место заранее. Если она все равно упорно ищет укрытие, игнорируя подготовленное место, требует отнести ее в коробку, когда процесс родов уже начался. Место для родов, необходимые материалы и приспособления для домашних родов понадобится следующее: номер телефона ветеринара, с которым можно связаться в любое время, чистые полосы ткани, можно порвать хлопковую простыню, одноразовые пеленки, стерильные нитки предварительно замоченные в спирте, стерильные ножницы с тупыми концами, можно прокипяченные 10-20 минут перчатки, спиртовой антисептик или спирт. Для обработки рук, емкость для последа, грелка, детская груша или пипетка для отсасывания слизи. К родам следует готовиться по максимуму, чтобы в ужасе не искать, а по дому все необходимое. Как принимать роды у кошки? Самое важное в помощи кошке – позитивный настрой и отсутствие паники. Роды – хоть и естественный процесс, но его важно контролировать по максимуму. Особенно, если кошка породистая. Например, у британских и шотландских кошек последние 2-3 года роды редко происходят естественным путем. Все чаще эти породы родоразрешаются путем кесарево сечения. Это связано с особенностями строения таза и отсутствием схваток. На этапе схваток и потуг при естественных родах котенок выходит за 1-2 схватки. Не сильно и очень аккуратно тянуть котенка можно, но только в схватку кошки. Чтобы понять, когда идет схватка, требует положить вторую руку кошки на живот и постараться почувствовать, когда он напрягается. Однако лишний раз кошке лучше не лезть. Важно, если с начала схваток прошло более 2 часов, а кошка все еще не может разродиться первым котенком, это повод связаться с ветеринаром и немедленно ехать в клинику. Если голова или задние лапы с тазом уже родились, а дальше наступила пауза более 20 минут, следует также связаться с врачом. Сколько длятся роды у кошки? Время родов зависит от количества котят, здоровья кошки и интенсивности схваток. В среднем роды длятся от 2 часов до суток. Кошка может выносить и родить от 1 до 12 котят за одну беременность. Рекордсменка кошка-британка из Южной Африки однажды родила 19 здоровых котят. Это большая редкость. Выносить и, главное, выкормить такое количество детей без участия человека невозможно. В дикой природе обычно выживает половина помета. Возможные осложнения при окоте. Осложнения при окоте могут появиться на любом этапе родов и у матери, и у котят. Со стороны роженицы осложнения могут быть следующие: разрывы родовых путей вследствие гипертонуса, кровотечение, отказ от котят. Кошка не интересуется новорожденными и рычит, если их подкладывать к ней, сепсис, выпадение матки, задержка последа, острый мастит. Воспаление молочных желез, каннибализм. Проблемы новорожденных, врожденные пороки развития, волчья пасть, развитие внутренних органов снаружи тела, внутриутробные инфекции, из-за которых котята рождаются мертвыми или умирают в первые несколько дней, аномалия положения плода, в таких случаях кошка не сможет родить самостоятельно, аспирация, вдыхание околоплодных вод, пневмония. Волчья пасть у котенка. Как можно помочь перед вязкой кошки? Необходимо максимально обследовать ее и будущего отца котят на предмет наличие инфекции и патологии, передающихся генетически. На время беременности перевести кошку на специализированный корм для беременных и кормящих кошек. Сделать рентген за неделю до предполагаемых родов. Так можно точно узнать количество котят, чтобы понимать, когда роды должны закончиться. По УЗИ определить их количество невозможно. Создать максимально стерильные условия для родов. Найти своего ветеринарного врача и заручиться его поддержкой. Такая порода, как шотландская, имеет 2 варианта фенотипа – веслоухая и прямоухая. И требует при разведении особого подхода. Очень важно, чтобы только один из родителей был веслоухий. Если скрестить 2 веслоушек, то 100% котят родятся с суставными патологиями и едва ли доживут до 3 лет. Это будут животные-инвалиды. Это заболевание называется остеохондроплазия шотландских веслоухих кошек и связано оно с мутацией хрящевой ткани. Что делать с новорожденными котятами? В норме кошка сразу разгрызает пузыри пуповину новорожденного и начинает активно вылизывать котенка, чтобы согреть и высушить его. Здоровый котенок начинает кричать практически сразу после рождения, его легкие раскрываются за счет крика.
Новорожденные котята. Если кошка не обращает внимания на новорожденных, то все заботы о котятах ложатся на плечи владельцев. В таком случае план действий следующий: аккуратно разорвать пальцами пузырь, в котором родился котенок. Перевязать пуповину стерильной ниткой на расстоянии 5-7 см от котенка. Быстрым и точным движением перерезать пуповину так, чтобы перевязанная часть осталась с котенком. Если котенок не закричал, отсосать слизь из его пасти и ноздрей с помощью детской груши или пипетки. При отсутствии крика следует осторожно и крепко зажать голову котенка так, чтобы была зафиксирована шея, а рот котенка был открыт. Удобнее будет положить на голову котенка указательный палец, большой палец держит открытым рот, а средний палец фиксирует шею. Безымянный палец, указательный ладонь держит тело котенка. Важно проверить, что язык не западает в глотку. Далее необходимо сделать сильное и резкое движение рукой сверху вниз, как бы вытряхивая из глотки котенка слизь, и повторить пункт 3. Если движения и крики котят слабые, следует силой потереть между пальцами холку, это стимулирует котят кричать громче, а легкие лучше раскрываться. Обратите внимание, 3-4 пункта можно отнести к реанимационным действиям, когда котенок не подает признаков жизни более 3-5 минут. Реанимация действенна первые 10 минут. Не стоит реанимировать котят с видимыми патологиями развития. Как ухаживать за кошкой после родов? Лучший уход – это достаточное питание матери, обеспечение ей тепла и покоя. Кошка может отказаться от еды до 24 часов после родов, и это нормально. Тем не менее, в ее доступе всегда должна быть свежая еда и вода. Первую неделю лучше не трогать котят, чтобы мать не нервничала. Кошка может запросто перенести детей в более укромное, на ее взгляд, место, где их будет невозможно найти или достать. Кошка с котятами, когда следует обращаться к специалисту. Послеродовые осложнения могут дать о себе знать не сразу, поэтому роженице полагается особое внимание. Обратиться к врачу необходимо в следующих случаях: сильное снижение или отсутствие аппетита у кошки более суток. У котят более 3 часов, постоянная сонливость и вялость кошки и котят, диарея, понос, рвота, сильный тремор, дрожь конечностей. И головы кошки, длительное кровянистое или гнойное выделение у кошки, отказ от одного или нескольких котят, мастит, острое воспаление молочных желез. Они становятся очень твердыми, горячими, а прикосновение котят вызывает у роженицы сильный дискомфорт. Конечно, кошки обладают генетической памятью, когда, где и как надо рожать. Но породистые представители семейства кошачьих в ходе селекции утратили этот инстинкт. Зачастую такие породы, как британская, шотландская, сфинкс, ориентальная, мейн-кун, абиссинская и корниш-рекс, не в состоянии родить самостоятельно. Требуется хирургическое вмешательство. В целом, роды британской кошки, как и любой породистой, ничем не отличаются от родов самой обычной дворовой. В первую очередь стоит помнить о том, что в ветеринарной медицине нет такого понятия, как «родить для здоровья». Беременность, роды и выкармливание – изматывающие процессы здоровья животным не приносят.